сейчас мы разберем еще несколько вариантов атак из RubberGuard'а и Ямоплаты, продолжение атаки на Ямоплату. И начнем с перехода после кувырка из Ямоплаты на треугольник. Вводим, подтягиваем человек, можем выйти в RubberGuard, зафиксировать. И отсюда начинаем переходить на Ямоплату. После того, как мы перенесли свою стопу, мы разворачиваемся, контролируем локоть, корпус. Он делает кувырок. И начинается атака именно с момента его кувырка. Когда он делает кувырок, мы должны отвести его таз как можно дальше от нас, но при этом контролируя его движение. То есть он делает кувырок, я держу его таз максимально далеко. Для этого я ставлю свою руку, ладонь, на землю и держу его на дистанции. Плотно контролирую локоть, подвожу свои стопы и начинаю идти на него, поднимая его лопатку от земли, открывая. Когда я оказался бедром на его грудной клетке, я переношу свое колено перед его головой. Прихватываю за затылок, начинаю подниматься и подхожу к нему стопами. Пока не подведу свою стопу, пятку, под его позвоночник. Его корпус должен быть приподнят. Здесь оказывается колоссальное давление на диафрагму. Дышать ему уже очень-очень тяжело. Теперь я начинаю разворачиваться в сторону своей ноги, которая стоит на стопе. При этом я прихватываю себя за голень и разворачиваю, двигаясь бедром, тазом и бедром к его подмышке. То есть таким вот образом. Тем самым затягивая петлю. То есть при этом не снимая давление с грудной клетки. Раз, два. Отсюда я не начинаю просто падать вперед. Я начинаю под себя подтягивать голень и идти на него. Лбом могу опереться на землю. После чего приподнять эту ногу и закрыть плотный треугольник. Иногда доделать этот прием очень тяжело в этом положении. Чтобы вам было легче понять, как это сделать, вы разворачиваетесь в сторону его ноги, плотно садясь на его шею. То есть вы делаете вот такое движение. Вы взяли ногу, закрыли треугольник и стараетесь сесть бедром на свою пятку через его шею, разворачиваясь к его ногам. Постоянно уплотняю захват. Он съезжает по прямой руке, как по горке, в нужном мне направлении. После чего я поднимаю его лопатку, ставлю колено перед его шеей, придерживаю голову, ставлю стопу таким образом, чтобы он лежал на моем ахилле, прихватываю за голень, разворачиваюсь, затягиваю петлю, сжимаю бедра и разворачиваюсь к его ногам. На моменте ногам ты сбил микрофон. Я чуть не вырубился. Да? Зачем тебе кпел? Там очень плотно. Я не заметил. Вот. Прием очень плотный, жесткий и крайне эффективный. И зрелищный. И зрелищный.